Так, посмотрим. Но эти поручения сами собой не выполнятся, так что нужно идти. Встретиться с Винсом? Так, я немного перебрал вчера, но я думаю, я помню, где я работаю. Забрать немного денег превосходно. А, вот это где. Купить молока? Так, и где это? А, вот это где. Я должен перестать курить. Это дерьмо. Похоже, теперь мне придется искать эти чертовы марки самому. Ну, давай уже быстрее, я ж знаю, у тебя еще много дел. Какой кретин придумал это? Как же хочется отлить. По-моему, мне нужно подняться на верхний этаж. Они не закрыли дверь. Опять? Как удобно. Привет. Я просто так шучу. А вот это где? Как удобно. Готово. Следующее. Ой. Теперь повеселимся. Вот это мне не нравится. Вау, у дяди Дэйва вечеринка. Похоже, Виагра работает. О, теперь достаточно. Эй, я просто применяю свои права согласно второй поправке. Вы, гребаные коммунисты. Думаю, мне стоит опасаться этих придурков. Они могут нанести вред моему здоровью. Разве нельзя просто договориться? Так, думаю, что нет. Лучше остерегаться этих придурков. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, что будет в следующий раз, когда один из них увидит меня. Смотри, это папаша дядюшки. Красиво поймал. Они даже дырки не смогли пробить в нем по-человечески, но я уверен, что они засчитают его. Что за мерзкий запах? А, да, вот твоя чертова бумажка. Мне определенно нужно еще. Давайте мне деньги. Задание выполнено с крайней жестокостью. Айатолла, ты не хочешь обслужить меня? Вот тебе снижение налогов. Бля. Это нехорошо. Вот тебе немного свинца. Попробуй перевари его. Так, посмотрим. А! К этому дерьму... Так быстро привыкаешь? Слишком легко. Пришло время идти домой. Ю-ху! Да-да-да! Я полагаю, более политически корректным было бы вырезать сначала женщины и нацменьшинства. Как же хочется отлить. Так, с этим у меня проблем не будет. Здесь потребуются масштабные ремонтные работы.
Боже. Где мой риталин? Вон он. И еще один. Если бы было запрещено носить оружие, этого бы не произошло. Черт меня побери, я лучше домой пойду. Благослови меня, отче, я сильно согрешил, очень сильно. Не, я не шучу, я большой грешник, да. А как бы вам понравилось, если бы вас назвали сумасшедшим? Заткнись, придурок! Баба! Все в порядке, братья! Пахнет цыпленком. А я так не думаю. Кто-то украл мои пончики, и теперь вы заплатите за это. Извините, парни, но в Библии о вас говорится плохо. Я верю, что закон будет на моей стороне, и меня освободят. Мне нужно облегчиться. Черт, ладно, мне все равно надо отдохнуть. Ну, кто бы мог подумать, что это возможно? Ух, круто! О, сколько здесь фанатов. Надеюсь, мне все же удастся получить автограф. Кто-нибудь, зажгите спичку. Подождите, это плохая идея. Ты разве только что не сохранялся? Дискотека в гараже.